Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Андрей, в этом видео покажу вам две идеи о том, что можно сделать из пластиковых бутылок. И давайте сразу начнем и перейдем к первой идее. Она заключается в том, что из пластиковой бутылки можно сделать мышеловку. Для этого нам нужна сама бутылка, деревянные шпажки, канцелярская резинка и скрепки. Сначала в бутылке нужно отрезать заднюю часть, но не до конца. Теперь нам нужно сделать два отверстия в местах, которые я сейчас отмечу маркером. Проверьте, чтобы шпажка влазила в эти отверстия. Если не влазит, сделайте их шире. Дальше нам нужно взять канцелярскую резинку и надеть ее на шпажку. Как видите, теперь наша мышеловка захлопывается. Только нужно сделать систему, чтобы она захлопывалась, когда внутрь попадет мышь. Этим мы сейчас и займемся. Для начала давайте возьмем скрепку и сделаем из нее небольшой крючок. Этот крючок нужно прицепить на бутылку. Дальше нам нужно взять картон и вырезать из него прямоугольник. Теперь нам понадобится еще одна скрепка. Ее нужно разогнуть и прикрепить к этому прямоугольнику. Вот так вот все это выглядит. Дальше мы берем нашу бутылку, где-то вот здесь вот проделываем отверстие. Как видите, если мы будем открывать бутылку, то резинка будет мешать вот этому проходу. Поэтому ее нужно закрепить на бок. Теперь осталось только собрать эту всю конструкцию и хорошенько подогнать. То есть там немного подкрутить резинку, здесь немного загнуть, чтобы все хорошо работало. Ну вот, теперь мышеловка готова. Принцип действия очень прост. Вы кладете сюда приманку, мышь забегает, своим весом нажимает на эту бумажку, она в свою очередь тянет вниз скрепку и... обратно уже никак. Кстати, советую делать такую мышеловку на более больших бутылках. Я лишь продемонстрировал, как это работает. Плюс такой мышеловки в том, что она не убивает животные. Потом вы сможете сделать с ним все, что хотите. Лучше всего достать, отнести куда подальше и отпустить. Но следующая идея заключается в том, что с помощью пластиковой бутылки можно метать дымовые кольца. Для этого также нужна сама пластиковая бутылка и любая перчатка или шарик. Пластиковую бутылку желательно брать более жесткую. Сначала у нее так же, как в первом способе, нужно отрезать дно. Далее на эту бутылку нужно закрепить перчатку, предварительно ее разрезав. Фактически наша дымовая пушка уже готова. Осталось только напустить сюда дыма любым способом. Я сделаю это спичками. Зажигаем спичку, ждем, пока разгорится. Нужно потушить ее так, чтобы весь дым пошел в бутылку. Чтобы метать дымовые кольца, нужно просто надавить на перчатку. Вот такие вот две идеи я вам показал по необычному использованию пластиковых бутылок. Надеюсь, они вам понравятся и будут полезны. Но сейчас я посоветую канал своего хорошего друга. Я уже пару раз его советовал. На нем много химических и физических опытов, но также большое количество других познавательных видео. Идеи очень классные, и это не то, чему нас учат и учили в школе. Как вырастить красивый кристалл за сутки, как сделать светящиеся порошки, светящийся пластик, светящиеся кристаллы, светящееся мыло, горячий лед, радиоприемники из картошки, как плавить стекло, как добыть аналог жидкого азота, сухой лед, как сделать муравьиную ферму, радиоактивный брелок, таблетки, которые делают все сладким, фараоновые змеи, светящиеся жидкости, водородные шарики и много другого. Честно говоря, этот канал один из немногих, на который я подписан, действительно очень часто смотрю. Реально есть что посмотреть, поэтому всем советую заглянуть и подписаться. Ссылка вот здесь на экране и в описании. Но я буду заканчивать это видео. Если вам понравились такие идеи с бутылками, то поставьте этому видео лайк, подпишитесь на канал и по желанию напишите какой-то комментарий. Всем пока!